Святой Соло, приветствую вас. Очень рад видеть всех и будущих мам, и сотрудников. Всех вас поздравляю с праздником Святой Соло. Очень светлое и радостное чувство, которое так добавляет праздничных эмоций. Это посещение этого места. Я думаю, что самое замечательное – это то, что здесь не прерывается время, что здесь никто не нарушает Божьего закона, и что самое главное, никто не склоняет мам к тому, чтобы они временно скушали. Ну вот, здравствуйте, с Рождеством Христовым, дорогие мои. Спасибо. Ну вот, вы в надежных руках, у вас замечательные врачи, замечательные, хорошие условия. И попали вы здесь, сюда, в связи с праздником Рождества Христова, по времени. Так что надеемся и выражаем уверенность в том, что все будет благополучно, что Господь сохранит вас и ваших детей. Вот. А потом вам предстоит большая и ответственная задача воспитать добрых и хороших детишек. Помогай вам Бог, дорогие мои, храни вас Господь. Спаси, Господи, вы лежите. Помогай вам Бог. Спасибо. Храни вас Господь. Помоги Бог. За последние, может быть, 3 года примерно сделано в церкви очень много. Я в первую очередь хотел бы отметить появление большого количества церковных детских домов. Всего в Российской Федерации таких 90. И в них проживает 1500 детей. Может быть, в масштабах всей страны это не так много. Но в масштабах церкви, которая насчитывает очень немного лет своей активной социальной работы, это много. Но было бы еще больше, если бы мы могли получать детей-сирот для наших детских домов. Но нередко, к сожалению, мы слышим страшный ответ. Детей папам не отдадим. Вот эта внутренняя установка людей, которые всячески препятствуют тому, чтобы в детских домах, в том числе при монастырях, особенно женских монастырях, где монахи не отдают тепло своих сердец, вот это нерастраченное материнское чувство, где такая атмосфера, которую, вы знаете, не в каждой семье можно увидеть.